Всем привет, вы на канале Тык в КТВ. И сегодня продолжение моего дня. Ну, один день жизнерадости, а вторая часть будет называться «Наш новый питомец». Ой, извините. Сейчас, по идее, мы его должны позвать, но сестра заснула, поэтому я поднимусь наверх и сама тихонько позову его. Доченька! Блин, мама! Доча, привет, я пришла. Тихо, я только Флори Харт уложила. Ой, прости. А где наш новый питомец? Ну, помнишь, Флори говорила, что хотела его утром погулять отпустить. Но он как бы убежал. Что? Тихо, Флори, разбудишь. Ой, корона. Доча, ты могла бы ее остановить. Я пыталась, но она открыла дверь и выпустила его. О, зови его, хорошо. О. Ой, черный-черный, ты красивый, черный-черный. Громче, он не услышит. Ну, блин, а почему его должны так им назвать? Ну, потому что я так и решила. Вечно ты все решаешь. И давай громко, но не так, чтобы услышала Флори Харт. И как ты это, мам, себе представляешь? Я не знаю. Давай, сама. Черный. Спустя час. Черный. Нападение! А? Что? Мама явился, не запылился. Где? Черный, блин. О, где ты гулял? И что это означает? Мам, ты понимаешь драконий язык? Нет, это твой питомец новый. Ого-го. Беззубик хороший, беззубик хочет играть. Да, беззубик, да. Ты хочешь играть. Но нет, мама очень рассердилась. И я. Я? Ха-ха-ха. Мне все равно, ты завела беззубика. Это ты случайно напоролась, можно так сказать, на это яйцо в лесу. Я это видео обязательно сниму. Точнее, выложу. И что, он играть хочет? Ну, получается, да. А, это он есть хочет. Ну, неси рыбу. Где у тебя там рыба? Дочь, ну, давай уже, действуй. Мам, блин, я не знаю, где рыба вся. Дочь, ну, она должна быть где-то. Хорошо, так, все. Меньше активности. Молодец, мы хороший. Да. Молодец. Хочешь рыбку? Так, тихенько он у нас. Рычит. Мам, ну куда ты положила еду? А где у нас дочь еда лежит? На первом этаже, там, значит, и должна быть твоя рыба. Ай, за мной, мой хороший. Иди по лесенке. Не хочу тебя огорчать, дочь, но у него крылья есть. Да знаю я. Ай! Упал. Да, и именно беззубик наш новый питомец. Видео о том, как я его нашла, будет потом. Потому что это очень интересная история. Я вам ее потом расскажу. Ну, чего ты хочешь? Чего, рыбку опять? Может быть, сегодня курицу? Дочь, ему курицы нельзя, ему только рыбу можно. Да знаю я так, шуточно. Да, конечно. Давай ждать. Молодец, сейчас тебе принесу тарелочку. Пожалуйста, вот тебе и рыбка. О, съел.
Ладно, будем играть. Или ты не знаешь, что хочешь делать? Как обычно, хочешь, наверное, гулять. Ну что, ну что? Ясно, все же ты хочешь играть со мной, да? О, мама, где его игрушки? Я не знаю. Блин, я их, наверное, забыла, потеряла. Какая мука. Но, конечно, питомец у нас прикольный. Он очень красивый и игривый. Но один минус от этого питомца. Я купила себе новые туфельки. Собиралась и ходить. А он что-то простудился, что ли. Ну, а когда как бы ночные фури и любые драконы простужаются, они как бы чихают. Не, ну ладно, обычные там, они просто вот так общи, как вот, например, там кошки там всякие. Но он-то огнем. Я хотела одеть свои туфельки. Прихожу, а от них остался только порох. Ну или что там остается. Короче, такие маленькие кусочки остались. Я так была зла. Воспоминания. Ля-л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 я. Сейчас я одену мои туфельки. Где мои туфельки? Беззубик! Что ты натворил? Ну, конечно, понимаешь, что ты у нас новый еще питомец. Ну, за что? За что ты это сделал? Ой, вот что означает иметь три питомца. Это угроза всем вещам. О. Ай. Вот так вот это было. Ну, как-то примерно так я это себе запомнила. Ой, да, конечно, не очень приятно, когда у тебя твои любимые туфельки, можно так сказать, уничтожают. Но, что ж сказать, он мой питомец, я его люблю, но, конечно, за это я его отругала. Нет, 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 нельзя, нет, нет. Ох. Просто, так как он дракон, у него охотничьи инстинкты, и он иногда нападает, но я его тренирую. У него крылья есть, конечно, они еще маленькие очень. Он летать еще пока что не очень умеет, но как вырастет, он научится. Ой, плесёль нас питомец! Пипет, пипет, пипет! Ну, как бы, это наш общий питомец, но больше всего его любит она. Привет, привет! Хороший мой, хороший мой! Ой, да. Я говорю, мам, зачем тогда ты мне... зачем тогда я его покупала, если это не мой питомец? А затем, что ты его себе купила. А Флори Харт просто играет с ним. Я поняла, мама, можно тогда мне еще одного дракона? Ну, ладно. Что? Ну, если хочешь, у нас большой дом. У нас тут, в принципе, на 5 таких драконов ходит. На 5? Нет, это я образно говоря сказала. А можно я еще одного заведу? Дочь, ну, себе немноговато. Блин, ну ты сама сказала. Одного, любого, какого-нибудь еще одного. Все, больше я драконов не буду заводить. И какого-нибудь красивее. И давай посчитаем, смотри, у нас девочка, мальчик, поэтому должна быть девочка. Да. Есть вариант. Секундочку. Вот мой новый питомец. А назову его... Ее Грамгильда. Ой, ясно. О, подружились. Да, сколько у нас питомцев? Теперь 2 дракона и 2 нормальных. А, доченька, у меня к тебе такая как новость небольшая. Как бы тебе это сказать? Ты завела еще одного дракона? Мама, вообще-то я в курсе. Ну и, скорее всего, нам придется переехать. Что? 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 Ну, переехать. Ма, ну мы только переехали сюда. Ну, просто у нас был тогда на момент один питомец.
Стало два, благодаря попугаю. Но попугай, он так много места не занимает. Потом ты набрела на яйцо с ночной фурией, не смогла удержаться. Теперь еще и купила, точнее, нашла вот эту вот грангильду. А у нас в замке, конечно, он большой, но не так уж и много и места. Есть там один вариант, где мы будем жить? Ну, мама, не хочу. Ну, ладно. Я думаю, мы переедем. Нет, в новый замок я не хочу. Ну, посмотрим. Если они вырастут не шальные у тебя, то тогда хорошо. Тогда мы останемся тут. Да. Ну, по беззубику так не скажешь. Он у нас все сносит. Ну, злобный змеевик, порода такая, они больше любят зеркало, поэтому береги свое зеркало. Как его заминтовать? Что с ним сделать? Там, там. Он нормально так. Ну вот твое любимое теперь место. Зеркальце. Так, но у меня же получается один или несколько питомцев. Мама, то есть мои питомцы это драконы и Муся? Муся, общие драконы твои. Так, Флари, можно тебе кое-что сказать? Да. Тебе нравится Беззубик? Ты не очень. Просто играть с ним весело. А так это питомец сестры. Слышала? Так зачем я покупала второго? Я не знаю. Ошибочка. Ну не отказываются от таких же милашек. Да? Да, я тебе не откажусь. Я от тебя, Грангиль, да, повернись ко мне. Ой, да. Вот такие у меня питомцы. А новый питомец это Грангиля и Беззубик. Надеюсь, хаоса не будет. Спустя несколько дней. Что произошло? Нет, 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 что все падает? Нет, нет, так нет, Беззубик, нет. Нет, 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 это что сон, это что сон? Мама, дочь, угомони своих драконов. Так и знал, что это не сон. Нет. Нет, только не валитесь. Нет, Грангильда, фу, Грангильда, фу. А ты не заодно помогаешь, да? Доча, забери своих драконов отсюда! Что они у тебя там, что они у нас тут натворили, твои драконы? И стоят, главное, такие. А чего ко мне претензии? Мне смешно, правда. Беззубик молодец. Доча, если это продолжится, то мы точно переедем. Что? Я тебе, мама, скажу нет на это. Дочь, тебе придется или их отдать, или мы переедем. Напишите в комментариях, что бы вы сделали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем пока.